Здорово, с тобой Гар. Как я уже и говорил, то что я буду снимать видосики теперь не только по Battlefield, но и по многим другим играм, включая Apex Legends, так как я в нее играю, она мне нравится. И первый видосик по Apex Legends — это очень полезный гайд на покупку монет боевого пропуска в российском регионе на консолях, на PlayStation, например, на Xbox он подойдет. И, кстати, он подойдет на другие игры Electronic Arts. Но об этом немножечко попозже. И обязательно подписывайся на канал и ставь лайки, если тебе этот гайд будет полезен. Ну и пиши в комментарии, пользовался ты им или нет. Нет. Ну и, в принципе, пошли к теме видео. Apex Legends существует уже более 5 лет, и буквально на днях стартанул очередной новый сезон. Помимо обычных монет Apex, теперь у нас появились экзотические осколки, на которые можно будет покупать уникальные скины и улучшения для Катара. А приобрести эти монеты и многое другое можно в прекрасном сервисе Центр PlayStation. Через Telegram или ВК у них можно приобрести подписки PlayStation Plus, Турция, Украина, пополнить кошелек, любые игры и донат в них. Один из самых низких курсов валюты, полностью проверенная и надежная команда, которая поможет разобраться с любым вопросом 24/7. Помогут в установке и расскажут, что нажимать. Уже более 200 заказов и почти сотня отзывов. А при заказе используй промокод GAR, и ты получишь скидку. Вперед за покупками! Ссылки будут в описании. На данный момент имеется 2 стопроцентных способа для пополнения монет, ну и собственно потом покупки боевого пропуска в Apex Legends. Первый способ — это подарок, но там есть определенные условия, так как подарки — это такая внутриигровая вещь. Условия таковы: чтобы отправлять подарок, вы должны иметь уровень ниже 50-го, у вас должно быть включено подтверждение имени пользователя на сайте Electronic Arts, вы должны быть друзья Electronic Arts получателем в течение минимум 2 недель, за 24 часа можно подарить не более 5 подарков. И чтобы ваш товарищ, кому вы дарите или который дарит вам, не был в бане. Полученные подарки будут добавлены в инвентарь, и вы сможете их активировать. Подарить можно только те предметы, которые можно получить за монеты Apex. Другие предметы и сами монеты дарить нельзя. Но тут опять же должно быть определенное условие, что ваш друг сможет купить эти монеты и подарить вам подарок. Ну а второй способ — это через казахстанский Steam. Как перевести Steam в Казахстан, я вам рассказывать не буду. Существует куча гайдов в интернете, как это все делается. Это все легко и просто. Мы перейдем уже сразу к делу. Так как Apex Legends бесплатный, мы его скачиваем себе на Steam. Но перед этим обязательно у вас должны быть связаны аккаунты PlayStation, Electronic Arts и Steam, ну и Xbox, в зависимости от той платформы, с которой вы играете, обязательно должны быть связаны. Тогда у вас все получится, так как там есть кросс-прогрессия. И, кстати, данный способ будет работать в любой игре Electronic Arts, где есть кросс-прогрессия, в том числе в Battlefield 2042. Но единственный минус Battlefield — то, что он платный, Apex бесплатный. Ну, собственно, поехали дальше. Мы скачиваем Apex Legends в Steam, в казахстанском. В правом верхнем углу нажимаем об аккаунте, смотрим свой логин. Далее мы переходим на сайт пополнения кошелька Steam МТС. Так как Kiwi уже не работает, у нас появился новый сервис от МТС. МТС оплата. Прямо гуглим оплата МТС. Ну и также я ссылочку, конечно же, прикреплю в комментариях и в описании. Заходим, выбираем регион страны СНГ, пишем свой логин и пишем сумму, которую нам нужно пополнить. Смотрим по курсу. И здесь комиссия всего лишь 50 рублей. Оплачиваем. Так, смотрим баланс. Денежки пришли. Потом заходим в сам Apex.
далее в магазин. В магазине приобретаем монеты и приобретаем боевой пропуск. Далее переходим в свой аккаунт на консоли. И смотрим. Вот у нас все монетки перенеслись. Боевой пропуск перенесся. Все великолепно, все прекрасно. Все скинчики, все наборчики, все у нас переносится. Это благодаря нашей любимой кросс-прогрессии. Ну, в общем, так. Вот такой вот гайд. Он подходит, опять же, повторюсь, для любой консоли, для любого региона, с которого вы сможете оплатить в Steam. Делаете, покупаете монеты и наслаждаетесь своей покупкой, своим боевым пропуском, своими скинчиками. Если гайд был тебе полезен, обязательно подписывайся на канал и ставь лайк. Ну и пиши в комментарии, знал ли ты о таком способе или нет. Ну а с вами был Гар. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Yeah.